что у нас? Аварийный вызов. У электрика пропал свет в квартире. Фотографии выслали, сказали, что пробка. Угу. Ну, сейчас пробку поменяю на автомат. Стандарт. Заблокировать на всякий случай. Подожди, сейчас подай. Здрасте. Угу. Угу, да, пожалуйста. Ну, табуретку что-то положить можно. Это ваша самая маленькая, да, говорите? Да, да, да. Сейчас проверю. Ну да, я взял. Ага. И вот такое будет, смотрите. А? Вот такое. А, так туда, наверное, такое не пойдет. Чего? А. Пойдет? Я уже делал. Не сейчас главное снять оттуда и все. Сейчас я подумаю, как его тут присандали сюда. Так, ну вот это, вот это, медь у алюминия. Ну, как оно тут все прикручено, скручено. А ничего у вас нету повыше? Ну, стол можно. А можно, да, вытянуть его? Потому что тут надо что-то... Ну, помочь вам? Да, сейчас подождите.
Но я табуретку все сюда занесу. Стул он тянется. По диагонали стал стул. О. А, они что, выпадают? Да. Что такое? Слепенько. Ну что ж он мог вытереть? Ничего страшного. Страшно, что если кто-то выйдет сейчас. А тут никто не живет в шестой квартире? А? Шестая квартира, кто-то есть там? Никто там не выйдет. Тут никто не выйдет резко. Вот так поставлю. Давайте, протрите там. Залезу. Только что. А, то просто, что-то Кирилл звонит, что... Ой, Владик, блин, что... Звонит. Сейчас я... Опять. Пройду сейчас. Не зайдете или зайдете? Эта скрутка, то понятно. А вот здесь вот она, скорее всего, идет наверх потом.
тут я залезть. Ну, понятно. Сучок поставлю и все. Сюда залазить под накругом. Ну и Ваня. Да, конечно, поменять это. Я буду пробка держать, иногда физически все невозможно. Не знаю, как это сделать. Попробую сейчас это крутить туда. Жесть. Конечно. Так, зря помял. Так, а ну. А, в общем, это, смотрите. Я вам это. Автомат не ставил. Я там жучок поставил туда. Ну, то есть будет там срабатывать автомат. Что там, ну, сложно, физически не смогу. Это надо вырубать весь дом, чтобы там поставить вот этот автомат. Вот там провода сзади заходят как-то. И это надо снимать эту тут керамическую пластину. Это сложно. А там жучок, да, стоит? Да, ну, я поставил потолще жучок, чем был, чтобы там, если что, срабатывал автомат. Поняли? Угу, я понял. Могу там поставить автомат. Чтоб... Да там же мне что-то вот хлопцы вставили. Ну, то просто... А это же не рабочая. Это напрямую подключено. Ага. Да. То есть... А, не, если можете укрепить... Ну, мы еще планируем... Кстати, давайте занесем стол. Я могу, смотрите, я могу... Вам поставить хороший автомат сюда и вот эту штуку. А этот, ну, сделать правильно, чтобы оно не было вот этих оголенных проводов. Вот так вот сделать. Без просто автоматик будет и все закрыто. Давайте. Угу. Так, тогда пока выключаем.
А тут вам тоже или тут на стол? Тут не надо стул. Все, ставьте, спасибо. Стул. Сделаем по-людски. Так, если вот походу снизу. Что я не отключила? Что наш?
А у вас этот звонок работает? Нет. И не работал? Вот тут какой-то один провод, похоже на то, что звонок подключен. Но у вас кнопка, наверное, даже нету в подъезде или есть? Не помните? Не обращала внимания сейчас. Не, кнопка есть. Но... Ну, я отключил когда сейчас. Когда мы заселились, было в дверях раньше, тут такие двери были, а потом... Не, просто что тут один провод идет, который похож, ну, тонкий такой, значит, похоже на этот, на звонок, как бы. Так я тут думаю, я его пока не подключу и проверим. Если ничего, если все будет работать, то смысл с него этот провод накидывать туда. Он только будет окисляться. Потому что иметь с алюминием. А у меня вопрос еще есть такой. Если, ну, просто я прицениться, мы там как бы озвучивали, что мы... Что? Я хочу на кухню, ну, в стадии ремонта, проводку кинуть, резетки туда на рабочую стенку и поменять проводку, и вот это дорогло, чтобы туда в угол перенести. Вот, ну, это? Ну да, и сделать, ну, счетчик, поняли, такой нормальный кухню. В стену монтирую, да? А? В стену его засунуть туда, типа, в коробку, ну, да? Ну, я не знаю, там, можно и в коробку, но... Ну, сам вообще счетчик, чтобы спрятать, это надо, во-первых, ну, писать заявление там туда-сюда в этот. А без этого нет? Ну, там пломбу снимать надо с него. Ну, поняли, чтобы перенести счетчик, надо снять пломбу. Ну, тут у нас, короче, надо смотреть. В основном где-то работа полторы будет стоить. У меня есть счетчик новый, уже он пару лет лежит. Ну, померили там, наверное, сетям, все. Угу. Ну, то есть, ну, просто надо эти пробки поменять. Ладно, давайте я даже под напряжением, так. Не стойте, да, над душой, потому что тут как раз провода стоят, так еще могу отвлечься на вас. Коротнуть случайно. Спасибо. Там подъезды выкрашить не получится. Так. Сейчас попробуем, что оно получится. Если мы сделаем вот так вот.
сейчас. Встречался где-то. Сразу же семейная фабрика. Сразу же открытый дом. Да, да, да. И вот за ним сразу дом. Да. А потом уже за дом. Хорошо, доктор прописал. Ну, короче, вот он сразу же швейная фабрика. Вот как где-то создала. Приезжаем в швейную фабрику. Он будет идти, да. Но вот проходит швейную фабрику. Чуть-чуть.
есть. Теперь надо. Четвертый подъезд, там на после лавочки. Так, быть аккуратненьким. Предельно. Yeah.
Так. Thank you.
А там... А ну проверьте, там свет в комнате есть вообще или нету? Нет, пока нет. А, в смысле? Ну везде проверьте. Тут один провод подключился. Нет, в комнате нет. А в кухне там еще раз попроверяйте, пожалуйста. Да, тут еще на два провода. А нету нигде. Нигде? Ну тогда ладно. Сейчас тогда... Тогда сейчас кстати, еще два провода подключу. Подключу. Может, на эту розетку? Вот, может, эту розетку выводили когда-то отдельно? Не знаю, посмотрите. Ну, ладно. Сейчас сделаю. Так, сейчас последняя процедура. И все. Да.
Здесь у нас крыша без проблем. А здесь трухи вытягиваются. Все, значит, крыло, зато не понесут дырок этих крыши. Так, все. Готово. Ну вот у вас вот так аккуратненько, автоматик, все запрятано, никаких проводов, ничего. Вот у вас оголенное, все там влезть можно было. Не, ну хорошо, да, спасибо. Если что, оно просто сработает вниз, да и все, поднимите вверх. Угу. Быстрее тут сработает, чем там сгорит звучок, поняли? Так что будет, не надо будет туда лазить. Угу. Хорошо, спасибо. Поскольку мне нужно. Так, сейчас по автомату. Смотрите. Так, работа 650, и вот это вот еще. Это автомат и коробка. А и наливающий на 30 гривен еще добавить. Я там свою поставил. Так, 650 работа. Там общая сумма. 151. И плюс 30. Ну, короче, 180 плюс 650. Если все непонятно, спрашивайте. Не, да я поняла. Будет у вас пальчик? Сколько? Смотрите, я посчитала, 830 я вам должна, правильно? Угу. А у меня, могу 200 гривен. 200 гривен сдачи? Угу. Вот такой тяжелый вопрос. 150 есть. А, есть 170. 170 есть. Держите. А, так подождите, тогда, а что, я, тогда я 1000 даю, и у меня 170, и все. А, все правильно, да? Да, да. Ага, хорошо. Понятно. Как раз четко. Ага, пожалуйста. Так, это сюда. Дайте веник совок, пожалуйста. Я уберу сама. Хорошо. Вот у вас автомат старый. Все стоял. Пользуйтесь на здоровье. Спасибо. Ну, до свидания. До свидания. Так, короче, это было на один вызов.
9 она позвонила. Магазин, естественно, не работает. Так что все было с собой. Во-первых. Во-вторых, медный провод с алюминиевым скручен через, грубо говоря, болт тот же самый. Ну, без шайбы. Не будет он там греться. Тем более, я так понял, что это вообще какой-то звонок. То есть силовая часть на месте идет. А то алюминий. Всем пока. Ну и комментарий. Подписка на канал. Ну, кому есть возможность финансовая, то оформить спонсорство. У вас появится значок, что вы спонсор канала. Все, всем пока.